зрители, подписчики моего YouTube канала. Это видео будет показано о древней, так называемой, культуре Самарра в Ираке. Это примерно так поздний каменный век. Она параллельно граничила с Убаид культурой и халав, ну там и халав культурой. Потом, согласно официальной версии, Убаид культура поглотила эту культуру Самарра. И то есть они как бы параллельно существовали, и все это называется Убаид период, каменный век Месопотамии. Я могу сказать, что некоторые так называемые тарелки имеют элементы свастики. Есть много толкований, что означает свастика. И я вот все их, как говорится, все рассмотрел, и наиболее такой интересный ответ. Свастика – это так называемая полярная звезда, вокруг которой вращаются другие звезды во время движения, ну, вращения нашей планеты. И это наиболее такой вот правдоподобный, наиболее такой логичный ответ на все вопросы. Если мне память не изменяет, то полярная звезда – это Тубан. Я могу ошибаться, я более подробно напишу текстом. Ну, по крайней мере, там есть два варианта. Один вариант говорит, что это звезда Тубан. А в очень древние времена и в очень большом будущем это будет так называемая звезда Вега. И когда вот вращается наша планета, и когда вот якобы звезды движутся по небу, на самом деле это вращается наша планета, то они вращаются вокруг вот этой полярной звезды. Сейчас, если мне память не изменяет, то это звезда Тубан. Я немножко более подробно напишу о ней. А более древние это, и в будущем это будет так называемая Вега, звезда Вега. Если мне память не изменяет, 25 световых лет от нас. Теперь более подробно о культуре Самарра. Там изображены какие-то существа, которые имеют как минимум, если мне память не изменяет, 8 рук. Две такие специфические ноги, явно нечеловеческие, и специфическая удлиненная голова. То есть, я думаю, что это не люди, я думаю, что это либо так называемые нунаки, либо игиги из древней шумерской религии. Ну, анунаки это так называемые Ану, Энлиль, Минута, Инана там и прочее. А 200 гигов, это, согласно книге Еноха, это Азазель, Семьясы там и прочие, которые подняли бунт против анунаков. То есть они никакие не борцы за свободу, это просто борьба за власть, бунт с целью захвата власти. Никаких угнетенных там нет даже и речи. Все более подробно об этой самарской культуре вы видите дальше в видео. Я могу сказать, что она также уникальна, как и Убаид период Месопотамии, Убаид культура. И имеет подобные, схожие элементы, вот рисунки, то же самое, что и Убаид фигурки Месопотамии. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу.
Thank you.
Thank you.